Икона – это замечательный подарок. Я, хоть и священник, и у меня много, в том числе икон, всегда рад такому подарку. Почему? Потому что он подразумевает духовную заботу о человеке, желание, чтобы он приблизился к Богу через, там, допустим, молитву. Ведь икона – это не идол. Не сама икона, естественно, помогает, а наша молитва, обращенная через святых, Божью Матерь, ко Господу или к самому Господу. Этот замечательный подарок. Но нужно маленький нюанс учитывать. Надо себе задать вопрос, а нужен ли вообще такой подарок этому человеку? Если считаете, что человек верующий, будет молиться, замечательно. Если он будет просто стоять, этот подарок, икона, и пылиться, то, наверное, пока лучше и не нужно. То есть надо духовно уразуметь. Храни Господь.